Эссиси Тотара, Макса Лита Пала. Бензин чистый, как вода Ниагара. Летит сквозь дым перегара. Всем привет, с вами снова Дынчик. Сегодня мы записываем Need for Speed Most Wanted PS2. Со мной, как всегда, Гэт сегодня. Всем привет, ёпта. Так, ну что ж. Чё? Финал потихонечку. Сколько мы сейчас гонок сейчас покажет нам, посмотрим. Так, прошли. Ну, сейчас... 7 гонок прошли, кстати, как ни странно. А надо 9 пройти. Близится финал. Возможно, эта серия будет последней. Я не знаю. Возможно, невозможно, потому что мне еще надо с ментами катать. А, ну, значит... Не факт, что последний. Может, предпоследний. Возможно, невозможно, но мне надо с ментами катать. Да, ну, как говорится, удачи там с ментами. Сколько там, 13 минут, насколько я знаю, катать. А можно еще, в принципе, выполнить вот эти вот, как на скорость пари. Попробуйте радары повыполняй. Ну, фото вот где-то тебе фоткают, вот это вот можно еще выполнить. Я говорю, ты тоже радары такие. Ну. Типа, как вот это... Камеры ментов висят там где-нибудь там. Mm-hmm, там тебя фоткают, и там это высвечивается еще сколько ты проехал, типа. А. Тут, короче, у белой рыксы флаг Бразилии. На борту. Шо? Может, уже японский флаг на рыксы, но как-то все-таки это разумнее. Ну тут чувак Бразилии. Ну не знаю. Хотя уж это же боты. Что это было сейчас? А. Электровоз поехал. Вот это было. СТП свист. Пацаны, по-прежнему 20 FPS, а больше вы не дождетесь FPS. Это вам, блин, не PSP, блин. Мой ноут вообще это дело не потянет, потому что я видеокарту дно, поистине. Я и то горжусь тем, что она у меня хотя бы пошла. Вот, блин. Офигенно. У меня такое чудо обычно. Я пробовал запускалось вообще в 4 FPS. Не, нафиг, я не идиот. Мне видеокарту жалко. 20 FPS максимум. Прикинь, сейчас. Не, прикинь, сейчас было 23 FPS. Да нормально. У тебя видюха гораздо лучше, чем у меня. Зато... У меня 512 мегабайт, у тебя 2 гига. Зато проц. i3. Процессор у нас одинаковый, что-то особо сравнивать. Потому что в моем ноуте оперативы больше, это в принципе ничего не решает. Она не особо... На что влияет, конечно. Тут самое главное это сами вот эти вот чипы, вот эти процессоры вот эти. Да, процессор и видеочип. Ну. Вот эти чипы. Тут самое главное. Ага. И менять чип, как не сиво говорю, может только перепайкой. То есть отдельных видеокарт. Для ноутов нету, то есть как вот если как в компе, в обычном. Скрутил видюху, прикрутил новую и кайфуешь. Ага. Такого в ноутах нету, такой халявы нет. Там собирают и все, больше типа не разберешь, типа. Угу. Там она впаянная в материнку. В ноутах, тут только видюху вытаскивается, винчестер. Ну дисковод там что, блядь. И дисковод нет смысла вытаскивать один хрен. Есть. Гэт, я сам там лазить не хочу, может что-то не так сделаю, все пиздец. Я аналогично тут-то немножко это сыкую. Говорят, конечно, типа надо чистить ноут. А по-моему надо не ноут чистить, а надо просто в комнате убирать почаще, да и все. Тогда и в ноуте пыли не будет, потому что ей нет куда будет взяться. Я, собственно, и делаю, я в комнате часто убираю. Блин, меня сейчас тут Ford GT, блин, обогнал. Бля! Вот я накосячил.
Ай. Там срезка открыта, надеюсь. Там вообще может быть половина открыта, половина закрыта. Вот чем прикол. Ёпта, что за грохот такой. Так, давай, давай, давай. Аллилуйя, она открыта. Она полностью открыта. Поздравляю. Вот этот срезончик меня всегда спасает через тюрьму. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Бляха, я сейчас в стенку влечу. Вот нахера меня там отспавнило, сука. Давай, разгоняйся. Планка очищает плиту. Включай. Только 43%, блин. Не, давай рестарт все-таки. Косячил все-таки, лучше отрестартить эту гонку. Самое главное сейчас не словить кое-что. Чувак какой-то обогнал. Опять этот на форде своем GT. Боты слишком умные стали. Так, догоняй, давай. О! Вот, вот. Сейчас бы еще словить, трафик не хватало.
Блин. Чувака догнать не могу. Чувак на своем Ford GT что-то уехал. Так, ну чё, сократим? Думаю, да. Ай-яй-яй-яй-яй, не надо, не надо. Воу-воу-воу-воу. Воу, вот это сокращение. Оп. И на колеса. Вот теперь другой разговор. Теперь нормально вообще. Давай, азотика. Опа, оп, нормально. Будет поворот. Так, поедем по прямой. Так, 65% уже пройдено. Тем временем. Так. Ну давай, Ламба. Я в тебя верю. Так. Опять менты. А, это первый статус. Так у меня четвертый статус. Очень, да. Первый статус. У меня четвертый статус же. На! На! Опа! Так, пацаны, все. Я погнал. Так, что у нас тут? Меня какой-то чувак пытается догнать. Не понял. На обгон еще пытается взять. Стоять! Куда? Сука, на своем форте GT. Говнюк. Оп.
Да, ускорился что-то как-то. Блин, чувак, хорош там. Повороты. А ну, я слил опять. Так, братан, все, иди отсюда. Иди, впились в стенку. Так, что это кто? Сейчас я немножко убавлю. Так. Я тут. То тебя не слышно. Во, все пойдет. Теперь слышно. А, ты как угадал? Немножко тут сливаюсь, блин. Да-да. Надо, кстати, меньше косячить. Блин, а я косячу.
О, сокращение открыто как раз неплохо. Я бочку сделал. Так, 44% всего лишь. Да. У меня пока четвертый статус, но с пятым шутки похи будут. Статусом. Стенку собрал опять. Так. Ну, нормально так уехал сейчас. Главное не накосячить. Теперь. Самое главное. О, фейковый мост, кстати, тут тоже есть. Спрашивается, у меня менты четвертого статуса, а отспавнился мент первого статуса. Ну ладно. Так бывает. Так, блин, в сокращение. Хреномасенько я въехал в сокращение, конечно. Хреново врыкал. В сокращении. Такое. О, четвертый статус, блин. Так. А до пятого статуса тут у меня только добить и все. А, блин, придется еще с ментами ездить. Да. Такое.
себе занятие будет. Хотя я знаю одно место, где типа можно одно пари выполнить, типа 13 минут погони. Просто берешь, едешь на автовокзал. И все. Ну, вот на этот какого. Где. Чё сразу для слабаков? Может, многие так и проходили. Ну, некоторые эти. Например, серии соревнований тоже. Той же самой. Там тоже много надо... Типа, времени в погоне пробыть. Короче, пацаны, я на вас сейчас эту... заправку сброшу. Не сработало. Не сработало. Ставьте новое заграждение. А, нет. Одного чувака этого уничтожил. Так. Фух, одну гонку прошел. Не на то, спасибо хотя бы мне. Так, ладно. Угу. Это восьмая гонка будет. Сейчас еще девятую надо пройти. Контрольные точки подходил. Контрольные точки длинные. Я могу чуть-чуть подзапариться с контрольными точками, там хоть ботов нету. Не стоит. Ну, я вот эту гонку сейчас не с первого раза прошел. Да, я тут бота вынес, нормально так. Точнее, не бота, а мента. А менты это тоже бот. Ну да. Так, не понял, а чё меня менты? Опсу, чё-то не писал. Меня менты потеряли. Чё-то. Так. Тут еще уйти за уйти за 2 минуты типа надо. Но это я могу выполнить. За 2 минуты, знаешь, как надо? Короче, если бабок много, просто зайди вот этот, в автомагазин, тюнинг. Обвес несколько раз просто поменяй, тюнинг, это. Ну да, обвес несколько раз поменяй, там ничего не будет. Уровень сложный, этот уровень разыскиваемый эти скинь. А, на первом статусе может будет это самое, или на втором. Уровень один, типа. Ну да, нормально. Не, мне сейчас это надо, как его, выполнить порча этих машин полицейских и рейтинг. А, 19-125, пошла серия еще одна. Залив. А я не понял, а чё меня менты теряют? Сейчас я чё попью, чего? Я как бы еще пари не выполнил. А, сейчас еще. Сейчас вообще жопа будет, 5-й статус. Кстати, что-то они запрашивают заграждение, менты. Ага, сейчас скажу, будут запрашивать заграждение, да? А хотя 16 ментов за мной. Несколько сейчас меня потеряют. Так. Опа, прописал. А остальные эти копы вообще поехали не туда, куда надо.
Вертолет отспаунился. О, пятый статус. Так. Так. Короче говоря, я так сделаю. Просто. А что даже задел этот, как его, ментовскую тачку тоже считается за порчу имущества? По-моему, да. Так, корветы тут, блин. Оп. Си-6. Оп. 35 раз надо расхреначить этих. На уж. Оп. Так, ну чё? Вертолет тут еще что-то тут меня напрягает. Ой, джипики! Бля, сейчас на меня тут весь арсенал будут выпускать, и джипики, и блин, заграждение. О, заграждение нарисовалось. Вот в какой стороне? Э! Вертолета, ну иди отсюда. Вертолет, короче, меня протаранить пытался. Хотя я его не смогу протаранить. Ну, сталкер, там может быть колбочка из джипа, теоретически. Ага. А, кстати, я еще помню, Серега, заграждение, и там вертолет. Но это... Но это баг, походу, был. Все-таки. А? А как тебе такое в заграждении вертолет? Что-то знакомое. Нормально. Не, типа, там машины и вертолет. Твой вертолет в заграждении? Да. Не раз таки. В МВО. Как ни странно. На Xbox'е? Конечно. И на Xbox'е какая хрень была? Охренеть. А я хочу чё грешить? Ой, тут нет, этот... Нет, попадался вертолёт, загорел. Кросс! Тот же кросс в заграждении какого-то фига. Короче, рандом. Точка. Ух. Не, лучше вот так. Ты сейчас сумочку скринами заниматься. Один мент остался, а пишешь, что два. Подкрепление еще ждать теперь. Ну, не знаю, катайся по шоссе, это видео с концом. Я сейчас не по шоссе еду. Ага. Да, это, ставись помедленнее, чтобы он тебя видел. Хотя этот идиот может снести заправку, опять же. А они это могут сами уничтожиться. Угу. О, кстати, заграждение. Нормально. Я через срезку не поеду. Чтобы головы не словить.
Чего? Момент потерял. Мен поехал назад, красава. Вообще жесть. Мен поехал назад, нормально, да? Я, конечно, не подстрекатель, но действительно немножечко жесть. Ага. Он чё, идиот? Меня надо ловить. А мент чё делает? Назад поехал! Красава! Да жесть, конечно, блядь, про это буду сказать. А подкрепление так и не пришло. А подкрепление не скоро будет, конечно, блядь. Так, тут аккуратно. Тут чувак шипы поставил. А, шипы? Да-да-да. Осторожно, смотри, лоба на дорогу, чтоб не это. Да я вижу, вижу. И на карту вам смотри, там одна тачка, там стрелочка повернута вправо или влево, значит там шипы. Или... А, этому чуваку норм, да, стоять? Ну да-да-да, я постою, я это, подожду даже подкрепления вашего. Ты смотри, чтобы сзади тебе типа, подъехал, у заграждения похуй не стоит. Я у заграждения вообще не стою, там чувак стоит один. Всё. Чё? Не, никакие эти ожидания не нужны, чувак. Я здесь. Он чё, как Элидан заглючил, что ли? А менту насрать вообще, он даже меня не торопится ловить. Он близко, не подъезжай. Пик их знает. Ну давайте кто-нибудь отспавнитесь. Так. Сзади нет никого? Нет никого. А то, бля, сейчас подстроится. Сука. Как такой сюрприз нафиг. Сзади. А чё, нормально так стоять с ментом, который тебя не даже не старается поймать? Да чё, но он примет можно. А вон едет. Едет, блин. Давай, чувак. Это кто вообще? Чё это такое, блин, едет? Кросс, ёбкарный бабай, приехал! Здрасте, приехали! Здрасте, приехали, ёбкарный бабай! Ну и чё ты сможешь? Прикинь, кросс один. Без подноги. Как оригинально. Кросс один и без подноги. Нормально. Да, что получается. Так, одного ухреначил. Так. Надо еще. Ну, тебе там везет, конечно, блин. Чувак! Кий, вы что там застряли? Вы гнаться-то за мной будете сегодня? Что-то сегодня менты тупые. Готов поспорить, что не час или два за тобой ехать. Учитывая, что они там немножко заглючили. Кросс, алло, гараж, я здесь. Фу, близко не подъезжай. Я тебе сейчас долбану.
Это кросс, он всегда сзади. Не, нет, он не суется. Чё? Воу. А кроссу норм ехать назад и блин. Чё он как, не знаю, как тупой себя ведёт. Да, кросс, даже без подноги ты ничего не можешь. Ну да, заграждение запросил. Ну и что там запросил? Я не знаю. Ой, надо в другую сторону ехать. Оп, нормально. Миновал заграждение. А кросс-то как там поживает? Чё-то это, он даже не торопится меня ловить. А он не будет, он всегда задистит. Всё время задистит. А по голосовым он что-то торопился меня ловить. Козёл ред, ещё какой, блин. Голосовухи прислал, помнишь этот, типа... А. О, это такая, это... Стратегия, он тебя просто вымыть собирался. Голосовухи прислал, что типа хочет меня поймать. Угу. И все колеса открутить еще хотел. Козел. Это кросс. О, 25 ментов, все. Представление начинается, блин. Сука. Ты где катаешься в каком районе? Ну как сказать, я не по шоссе езжу сейчас, я... Сейчас по на набережную поеду, наверное, все-таки. А потом в шоссе, наверное, все-таки. Там буду ошиваться. Пока что я на набережную поеду. Кросс меня потерял, походу, или нет? Да, а нет, сзади едет. Ну все, чувак. Я тебе сейчас это прерыватели снесу. Да давай, катсцена. Там кросса ухреначего нет? Нет. Хрен его знает. Он что, живой остался? Чё? Ебать он не уб... Кросс. Ебать он неубиваемый. Алло, чё за хрень? Чё-то не высветилось, что типа кросса я захреначил. Хотя, по-моему, он ещё может это... пропасти. Не, в данный момент что-то там я только белые корветы вижу. Ой. Давай. На меня джипы выехали эти. Чё-то я сказал, представление начинается, и чё-то ни хрена. А нет, заграждение взяли, поставили. Так, да? Значит, ладненько. Давай, давай, давай. О, я это рейтинг собрал.
Одно пари выполнено. Так. Так. Блядь. Вот это да. Хотел въехать в заправку, угу. Красава я. Не, хер эти заправки. Лучше пончик собью. Можно и пончик. Лучше это собью его. Так, пацаны. Все, сбиваю. А то у вас что-то довольно много. О! Сбил. Так, сейчас по розводу катаюсь. Ой-ё. Ой-ё. Вот нахрена я туда поехал. А чё норм ехать и таранить? Так, 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 так. Я вот тут поеду. Знаю я ваши там шипы вы там ставите где? Рядом с машинами, блин. Расположение шипов. Я знаю ваши, где они там располагаются, блин. Угу. Рядом с тачками иногда располагают. А, за тачкой или перед тачкой? Угу. Перед тачкой. Не, если ты едешь спереди, то видишь идти. А если сзади, то хрен. Я стараюсь объезжать такие заграждения. Сейчас, блядь, два логотипа, блядь, на один скриншот забабахал. Наш. А чё, нормально, мент опять меня потерял. Ну, не знаю даже. Сохраним, видим, сколько этот файлик он будет больше 500. Ну-ка, ну-ка. А 245.
куда он едет, а, идиот? По сокращению поехал, нахрена? Ты что думаешь, что я там, но... У меня один вопрос, нахрена? Действительно, так называется. С чем он поехал по сокращению? Да ё-моё! Ну блин, менты не вовремя свой-то. Это радар. Это не этот, не мент. Мент зеленым, по идее. Окрашивается. Радар во время погони они не это, не активны. Но он определяет какого-то хрена радар. Это уже косяки, они не активны во время погони, нельзя там какую-то скорость поставить. Но он все равно, он все равно видит радар. Я раз накосячил, солидно почему накосячили. ПКшный та же дичь. Вот где менты, ёкарный бабай? Три, 35 надо этих порчи машин сделать. Вот где они, ё-моё? Заныкались куда-то. Как их теперь найти? Куда они заныкались? Неужто на шоссе они? Сейчас посмотрим. Вот тут лучше на шоссе буду ездить. О! Заграждение поставили. На шоссе. Без шипов, кстати. Ну, хорошо, что без шипов. Ну а тачка будет хотя бы какая-нибудь за мной ехать или нет? Если хочешь, можешь недалеко от заграждения постоять, чтобы тебя видели, но не близко. Зато за это захапают. Заграждение пропало. Блин. А оно исчезло? Но. Ну блин, кто-нибудь отспавнится, блин, или нет? Да-да, сейчас бы мне радар определять. Мне бы мента определить. Лучше. Да что за фигня? Вот куда они заныкались, а? Вот сейчас бы... Сейчас бы заныкаться, блин. Самый неподходящий момент.